Жанровым картинам Архипова присуща острая социальная направленность. Одна из них – «Прачки», повествует о трудной участи крестьянок, приехавших в город и вынужденных зарабатывать на хлеб в невыносимо тяжелых условиях. Архипов писал это полотно на протяжении 10 лет и попутно выполнил два варианта. Впоследствии данное произведение стало одним из самых известных и знаковых в творчестве художника. Идея для сюжета появилась у живописца во время пребывания в Москве после посещения прачечной, расположенной неподалеку от Смоленского рынка. Самих моделей Архипов писал в студии. Ее освещение больше подходило для того, чтобы передать подвал в прачечной. Центральный образ – старуха, присевшая отдохнуть. Темные провалы глаз, сжатые губы, сгорбившаяся спина, перед зрителем точно смерть. Кажется, что у женщины отсутствуют глаза, настолько глубоко впали глазницы. Палитра строится на сочетании сложных серебристо-серых и пурпурно-сиреневых оттенков. С помощью последних передается цвет одежды прачек. Клубящийся горячий пар, изображенный легкими белосерыми широкими мазками, растворяет контуры фигур и очертания лиц. Густой красочный слой и свободное движение кисти хорошо передают насквозь пропитанный влагой воздух.